пенсионер с комсомольца Донбасса. Тут такой вопрос. Я в шахтерске. Вот это нам перестали гуманитарку давать тут. Как мы тут вот живем? У нас тут и связи почти нету. У меня муж инвалид первой А группы. Был инвалидом второй, а сейчас первой. Пенсия минимальная. И вот ваша помощь бы хотя бы по продуктам. Сейчас я хожу по медикаментам, ничего не получается, медикаменты дорогостоящие. 28 февраля пункты выдачи гуманитарного штаба были захвачены вооруженными людьми. К сожалению, на текущий момент ничего не изменилось. У наших волонтеров доступа нет, наша работа запрещена.